У нас сегодня очень удачный день. Сегодня в Азбуке Вкуса нам подарили подарок. Сейчас мы придем домой и будем все его рассматривать. Давайте с нами. Нам в Азбуке Вкуса подарок подарили. Итак, мы сейчас разворачиваем наш подарок. Давай, Ольга. Сначала подарок или письмо счастья? Письмо счастья. Дорогие друзья, вы держите в руках экологичный подарок. Многоразовую сумку. Мы убеждены, что такая сумка сможет заменить привычный пластиковый пакет. Если в течение года ежедневно использовать многоразовую сумку вместо одноразового пакета, то каждый из нас сможет уберечь землю как минимум от 365 пакетов. Мы осознаем, что проблему пластика можно решить только совместными усилиями. Ну все, хватит читать. Там еще что-то есть. Ладно, все, пойдем выбросить.